еще доставлял работников на комбинат «Электрохимприбор», и на спуске, по предварительным данным, у него отказали тормоза. Он протаранил входную дверь предприятия, и пострадали те, кто заходил на работу. 6 человек в состоянии средней степени тяжести. 4 человека лечатся дома, за ними наблюдают, за их физическим состоянием. Вот сейчас доставили первого больного. Врачи территориального центра медицинских катастроф. Второй бог уже вылетел. И придут примерно через час тоже на территорию 23 больницы.